Друзья, всем привет! С вами Евгений Вергус. И сейчас я нахожусь на самой южной точке мыса Фиолент. Здесь очень живописные места, замечательная природа, замечательная лестница здоровья, которую вы уже, наверное, видели. Я показывал вам, как я по ней спускался и поднимался, которая насчитывает более 800 ступеней. Здесь, в общем, все замечательно. Да? Здесь я познакомился с многими единомышленниками, с людьми, которые так же, как и я, зарабатывают в интернете и строят свой собственный бизнес. Также здесь в очередной раз уже встретился с друзьями по инфобизнесу. И опять-таки мы поделились различными секретами, различными фишками. И здесь родилась огромная куча идей, которые я буду теперь по приезду домой воплощать, да? Запускать какие-то новые проекты и так далее. Поэтому, что хочется сказать, да, для чего это видео записывается. В принципе, хочется сказать, что интернет расширяет, даже стирает все границы, да, и здесь вы можете чувствовать себя достаточно свободно, выделить любое время, да, когда вы можете взять спокойно и поехать туда, куда хотите, а не думать и не считать, хватит ли вам на дорогу и так далее. То есть заработок в интернете приносит вам достойный доход, который может исполнять все ваши желания. Поэтому желаю вам удачи, присоединяйтесь к нам, к людям, тем, кто зарабатывает в интернете, и занимайтесь любимым делом, зарабатывая на этом. Всем пока, с вами был Евгений Вергус.